Состояние учреждений здравоохранения и их готовность к зимним условиям по поручению спикера дагестанского парламента Хизри Шексаидова проверили депутаты и представители Министерства здравоохранения. Группа в составе первого вице-спикера Юрия Левицкого посетила два объекта в Махачкале. Первую городскую больницу в редукторном поселке и травмпункт по улице Гамзатова. По словам главврача первой городской Меджида Алиева, в учреждении нет коммунальных проблем. Единственное, что сегодня действительно необходимо, так это дыхательные кислородные аппараты и стол для рентген-кабинета. Не было жалоб и от пациентов. И порядок, и чистота, осмотрели и палаты травматологического пункта. Здесь число пациентов за время сильных морозов значительно увеличилось. Что касается условий, то сегодня, по словам заместителя главного врача Нажмудина Калаева, в стационарном учреждении необходим компьютерный томограф. Также уже несколько месяцев не работает лифт для подъема больных на верхние этажи. Уже после, осмотрев больницы, заместитель председателя Народного собрания Юрий Левицкий подвел итоги. Я думаю, что вот для больных было приятно, и для, конечно, для руководства больниц, что Народное собрание обратило, значит, внимание на их вопросы, на их проблемы. И в одной и в другой больнице есть какие-то вопросы, которые они поставили перед нами, и которые может решить, в принципе, Министерство здравоохранения. И те депутаты, которые сегодня присутствовали, мы все это дело выслушали, все эти замечания. И думаю, что при помощи вот депутата, при помощи Министерства здравоохранения мы постараемся те вопросы, которые сегодня поставили перед нами, оказать содействие в их решении.